Легенды тракторостроения. Одновременно с «Золотой осенью» в Москве на Красной площади проходит выставка Чебоксарского музея истории трактора. Такую тяжелую экспозицию за пределы республики вывезли впервые. 21 трактор из 21 региона. Вся история этой уникальной техники предстала москвичам и гостям столицы на выставке «Эволюция тяговой силы». У нас наличие 50 тракторов, но мы привезли только часть этой выставки. Мы представляем здесь всю, можно сказать, производственную линейку нашего Советского Союза. Здесь представлены все заводы, начиная от Сталинградского. Вот, пожалуй, самый известный наш трактор «Владимирец». А знаменит он тем, что своим ходом проехал от жемчужины Золотого кольца России до Владивостока. И даже по попал в книгу рекордов Гиннесса за эту поездку. Вот еще один образец СТЗ. Это аббревиатура «Сталинградский тракторный завод». А выпущен он по образцу американского трактора «Маккормик Диринг». Трактор уникальный. Можно сказать, простые люди, рабочие, научились создавать такие трактора. И с помощью этих тракторов поднимали коллективизацию, кормили страну. И во время, конечно же, Великой Отечественной войны эти заводы перестроили под выпуск вооружения и танков. Такую тяжелую экспозицию за пределы республики вывезли впервые, и не напрасно. Несмотря на дождь, вокруг тракторов много зрителей, в их числе и Матвей Виноградов. Он мечтает стать пилотом, но и за баранкой трактора сидит с удовольствием. Мне больше нравятся вообще современные тракторы, но старинные тоже интересны. Можно узнать, что как раньше водили тракторы, чем пахали. Выставка продлится до вечера воскресенья, а уже потом раритетная техника вернется в Чебоксары. Юлия Важенина, Андрей Шуклев, Республика. Из Москвы.